И к спортивным новостям. В Алроса продолжается 10-я спартакиада трудовых коллективов. Позади соревнования уже по 9 видам спорта из 13. Сейчас в рейтинге лидируют команды Института Якутнепро-Алмаз. За ней сборная культурно-спортивного комплекса. И замыкает тройку лидеров спортсмены специализированного треста «Алмаз-автоматика». Всего в этом году на спартакиаде участвуют 22 команды из подразделений «Алмазной компании». В субботу состоятся соревнования финала спартакиады, в которой примут участие 5 команд. Это сборная Айхальского ГОКа, Удачнинского ГОКа, Мирнинского ГОКа, а также сборные Мирнинской и Ленской площадок. А завершится спартакиада в мае в Мирном.